Hello students, let's start our lesson, and today we will take grammar theme the reserva. You have known about this construction. Today we will learn more about these constructions. Now open your students' books on page 12 and also open your copybooks and write down the date. Сегодня мы пройдем грамматическую тему there is, there are. Вы уже знакомы с ней. Сегодня будем узнавать больше. Так, сейчас открыли учебники на странице 12 и записали в тетрадях сегодняшнее число. Now, look. There is, there are. Look at this table. Посмотрите на эту таблицу. Affirmative, negative and interrogative. First of all, affirmative – это утвердительное предложение. We use there is with before nouns in the singular. And we use there are before nouns in the plural. Мы используем there is конструкцию перед существительным в единственном числе. For example, there is a crayon. There's a crayon. Это карандаш или мелок. В единственном числе у нас стоит карандаш, поэтому мы используем there is. There are crayons. Здесь уже there are. Там есть карандаши. То есть перед карандашами в нашем числе мы ставим there are. То есть здесь меняется is, здесь are. Negative form. Отрицательное предложение. There isn't a crayon in the singular and there aren't any crayons in the plural. То есть там нет карандаша. Мы скажем there isn't. Здесь частица not, да, сокращенно. А здесь there aren't any crayons. То есть там нет карандашей. А мы тоже используем частицу not. Просто добавляем. Interrogative. Вопросительное предложение. Вопросительное предложение уже кое-что меняется. Is there crayon? Look. What has changed? Что изменилось? У нас is и there поменялись местами. То есть is выходит в начало предложения. Is there a crayon? Там есть карандаш? Is there a crayon? И вопросительный знак. А здесь у нас are выходит в начало предложения. Are there any crayons? Там есть карандаши. То есть мы меняем местами. Now, the next. Look at the picture and listen. Look, this is my house. There are three bedrooms upstairs. Посмотри, это мой дом. Там есть три спальни наверху. Upstairs – это значит наверху по лестнице. Почему здесь использовали there are? Why we use there are? Because three bedrooms in the plural form. Потому что три спальни – это во множественном числе. Вот они. Три спальни наверху. The next. Is there a kitchen upstairs? No, there isn't. Это у нас уже вопрос. Is there a kitchen upstairs? Есть ли наверху кухня? Мы спрашиваем и уже здесь меняем местами. No, there isn't. Это у нас отрицание. No, there is not. То есть у нас нету. Отвечаем no, there isn't. The next. Look, there's a plant in the living room. Посмотри. Есть в гостиной что? Цветок или растение. There is. Почему у нас используем there is, а не there are? Yes, because a plant, it is noun in the singular form. Singular, значит, у нас растение в единственном числе. Down the next. Are there two living rooms? No, there aren't two living rooms. There is only one. It is also the question. Это тоже вопрос.
Вопрос мы ставим, значит, меняем и ставим, да, aren't there two living rooms? Там есть две гостиные, то есть в доме имеется в виду, да? Are there two living rooms? No, there aren't two living rooms. Нет, там нету двух гостиных. То есть there aren't, there are not. There is only one. Там только одна гостиная имеется в виду. Когда одна, уже мы используем there is. А когда больше, то используем there are. Okay, now. Look, read the examples and complete the rules. Вот здесь у нас дано правило, и мы должны его дополнить. Так, смотрите. Сюда. We use. Мы используем. Так, что же мы используем из этого? In the singular. В единственном числе. Так, посмотрите внимательно сюда. Мы используем в единственном числе. Вот смотрим вот этот столбик, единственное число. Значит, что мы здесь видим? There is. There is. And there isn't. Вот оно. There is and there isn't. В единственном числе. Так, вот оно. Так, we use. Мы используем. Так. In the plural. Что мы используем? Plural. Вот оно, множественное число. Смотрим внимательно в этот столбик. И что же здесь есть? Так, смотрим. Вот there are. Находим. There are во множественном числе. И еще there aren't. There aren't. Вот оно. There aren't. And the last we use in questions. Questions – это у нас вопрос. Мы используем в вопросах, вопросительных что? Вот они. Is there? Is there? Вот они вопрос. И are there? То есть в единственном числе is there во множественном are there. Так, now the next. Exercise 2, page 12. Look at the picture. Complete the gaps in the sentences with the correct form of there is, there are. Now, here is a dialogue and you should complete the sentences with these constructions. У нас здесь дан диалог, и мы должны их дополнить. Так, внимательно смотрим на предложение. Если это вопросительный знак, то мы ставим, да, is there или are there? То есть мы смотрим на то, что в единственном ли числе или во множественном. Здесь смотрите. Is there a bookcase in the living room? Есть в гостиной книжная полка. То есть is there книжная полка в единственном числе? Мы ставим is there. Так как это вопрос, у нас is there меняется местами. Ответ. Yes, there is. Вот она есть, да? Книжный шкаф, книжная полка. Yes, there is. Дальше. Any books in the bookcase? Здесь смотрим. Это вопрос. И во множественном числе. Значит, ставим are there. Are there? Здесь есть, смотрите, книги в этом книжном шкафу. Есть. Значит, мы отвечаем да, есть. Но мы, у нас книги в единственном числе, поэтому будет yes, there are. Okay, now write down this exercise in your copybooks. Выполняем это задание у себя в тетрадях. Now, the next exercise to make sentences true for you. То есть вы должны свою комнату описать, есть у вас или нет в вашей комнате, допустим, кровать. Или ковер и так далее. Now, that's all for today. According to our books, then you can try to do tasks in online meeting. Okay, thank you.